Фомин Андрей Александрович, старший тренер сборной КГТУ. Андрей Александрович, небольшой комментарий по игре с Урфу, которую вы проиграли с счетом 0-2. Ну что могу сказать, игра, две равные команды, обоюдоострая игра. Нам забили, мы не забили. Вот такой результат получился. Силы на завтрашнюю игру остались у команды? Да, я думаю, остались. У нас полная обойма игроков, 7 запасных, 18 человек всего, поэтому есть ротация состава. Будут силы, завтра дадим бой Тамбову, думаю, победим. Все, спасибо.